Ром, вот твоя задача. Катя у нас не игровик. Ясно? Катя ярко выраженная девушка, любящая ударить. Но тяжело, у нее проблема только с одним, с подходом. Твоя задача, Катя. Ну давай сейчас поработайте раунд, что ты, так сказать, понакидываешь там одиночный левый, правый, вот одиночным ударом поработаешь, да? А ты будешь, Катюш, стараться вот подойти через его удары, на его удары, на кулак, наклониться здесь. И оттуда где-то боковухи свои пробить, еще что-то. Но самое главное, чтобы я хотел, чтобы вот этого не было. Вот этих движений. Ясно? Знаешь? Вот увидишь, у нее рука вот так вот начинает, она вот так, имеешь полное право. Ну, правда, поменять стойку и туда правой достать длинный. Ясно? То есть больше ты прямыми ударами, ты как бы не даешь ей подойти. А ты больше работай, пытаешься работать корпусом и подойти отсюда. Здесь удар движения. Хорошо? Попробуйте. Пожали руки. Время бокс. Руки, Катя, держи. Походи, не прыгай, Катя, не прыгай. Вот, вот. Катя, ну, не, Катюш, не прыгай, просто влево, вправо. Давай на ногах ходи. Руки к себе. Локти к себе прижми. Бей, Катя, будешь? Катя, встань по фронтальной, встань немножко по фронтальной. Ты стоишь, да, длинно, видишь, ты он прыгает. Руки к себе, ближе подходи. Уже бить надо было. Работай корпусом, влево, вправо качай, вот. Вот, молодец, качай постоянно, Катя, с руками. Катюша, руки на голове сохрани вот здесь. Хорошо, вот делай свой левый-левый, бей, Катя, левый-левый, бей, и справа. Руки на голову, Катя, руки к себе, ближе. Рома, ну тут к ней от нее, ну что ты останавливаешься? Кидай, кидай. Фронтальный, Катя, фронтальный, иди, не достанешь ты так ему. А как ты хотела, Катенька? Вот это сделай мне хотя бы раз. Понимаешь, смотри. Смотри, что ты делаешь. Смотри, каким образом. Смотри. Ты. Вот ты идешь. Вот, вот. Походи вот. Вот отсюда. Вот, побей. Вот. Пойди вот так. Походи. Вот. Научись вот здесь руки держать. Что ты из себя Мухаммед Али строишь? Перебоксировать его передней рукой. Смотри, ты пытаешься с ним вот тут, вот на дальней дистанции. Не твоя дальняя дистанция. Вот надо идти. Бам, вот отсюда. Вот, иди ломай его. Вот это я хочу. Пошла. Никаких прямых левых. Бей сбоку удары. Во. И тут же бить надо. Что ж ты? Бей сбоку. Бей сбоку. Не надо тебе бить на его удары передней рукой. Ты навстречу налетаешь. Вот и бей, бей, махни рукой, Катюша, ну махни прям, замах, сделай замах. Стой. Иди сюда. И еще раз тебе говорю. Вот, иди просто, бей по рукам. Посмотрите, стоп. Ребят, вот все восстановитесь, я вот, прямо обращаюсь к вам. Вот то, что вы работали, Катя, это есть такая ошибка, понимаешь, но ошибка восприятия работы боксера, работы в парах. Вот что у тебя происходило? Почему ты его не била, да? А куда бить? У него руки здесь, правильно? Он уже весь защищен. Катя, я тебе тайну открою. Любой противник, который будет перед тобой, и партнер тоже, он всегда будет стараться не получить из тебя ударов. Понимаешь? Вот сейчас ярко выражена ошибка у тебя была очень проста. Ты пыталась ударить только тогда, когда
где-то более-менее, что он тебя открылся. Ребят, вы наносите удары, вы ударами сокращаете дистанцию. Вы ударами идете. Я ударами, Катя, вот туда пойду его долбить. Понимаешь? Из-за моих я ударами сокращу дистанцию. Ого! Понимаешь? И где-то на ударе третьем, дай бог, он раскроется, где-то у него рука дрогнет, и вот тогда я достану. А когда ты стоишь на дальней дистанции и ждешь, ого, и ждешь, что он тут откроет тебе бороду, не будет такого. Понимаешь, о чем я говорю? А? Точно? Вот то, что я сейчас говорю, присутствует у тебя в голове? А? Бить по рукам будешь? По его защите? Да? 30 секунд даю, чтобы ты доказала мои эти самые, что ты меня услышала. Выдержишь? Соберись, тряпка. Катя приготовилась. Пошла. По рукам прям. Оп, давай туда, бей. Время, стоп. Все пустил. Разница есть? Конечно. А? Мне намного сложнее просто было вообще. Именно на третьем. Я вам тайну еще открою. На третьем ударе, да. Пока ты бьешь, Катюша, тебя не бьют. Пока твой кулак там, тебя не бьют. Ты закрыта. И вот так раз правильно, на третьем ударе, да, да, он на третьем ударе. А ты-то что так иксанул, а? Мне недоволен эти советы. Спасибо. Все, ребят, заканчиваем. Время!